Специалистами предприятия «Электроремонт», являющегося подразделением республиканской компании «Энергия Донбасса», завершен ремонт трех трансформаторов подстанции Иловайск-Тяговая, поврежденных еще во время боевых действий летом 2014 года. Сегодня мы заберем один наш большой, два поменьше мы заберем уже в следующий раз. Большой трансформатор будет установлен по тяговой подстанции Иловайск, обеспечивая резервное питание по переменному току контактной сети, то бишь движения на Россию. К ремонту трансформатора приступили в январе текущего года. В работах приняли участие 12 человек. Силами специалистов предприятия для мощного преобразователя тока были также изготовлены 8 радиаторов. Работа в основном была по нему огромная. Была повреждена обмотка высокого напряжения осколком снаряда, скажем так, да. Выполнили мы полностью разборку его до магнитопровода, провели ревизию магнитопровода, ревизию обмоток НН, низкого напряжения, среднего напряжения. Обмотки ВН мы изготавливали полностью, то есть размотали старый, устранили дефект, добавили провод необходимое количество. Стоит добавить, что подстанция Иловайск-Тяговая помимо поездной работы обеспечивает транзит электроэнергии по сетям 110 кВ на весь Приазовский регион.